С этого года в России введена обязательная диспансеризация населения. Она направлена на выявление уже имеющихся заболеваний у граждан, а также риска возникновения этих заболеваний. Жители страны будут проходить комплексное медицинское обследование, которое начнут с заполнения анкеты у участкового терапевта. Вопросы уже составлены, они будут едиными для всех россиян. По результатам анкетирования, а также после осмотра врача, станет известно, на что пациенту стоит обратить особое внимание. Для удобства Минздрав разделил население на полувозрастные группы. Проходить диспансеризацию жители страны в целом и города в частности будут один раз в 3 года. Так, впервые диспансеризацию в обязательном порядке нужно будет пройти в 21 год. Последний раз в 99. В Ноябрьске пока есть только один такой долгожитель. Добиться того, чтобы таких людей стало гораздо больше, и есть основная задача программы диспансеризации. Раз в 3 года каждый человек будет проходить эту диспансеризацию. То есть в этом году мы приглашаем тех, кому исполняется определенный возраст, то есть это вот длинная табличка вплоть до 99 лет, да. На следующий год мы будем приглашать те же возраста, но это уже будут другие люди. Ну и, соответственно, раз в 3 года человек вот в эту вот карусель будет попадать.